Здравствуйте, товарищи. Дюба, привет. Все, мы с Петей сегодня на разведку маршрута нового. Вдвоем собрались. Поедем. Что-нибудь поинтересней найдем для исполнителей. Есть. Поехать, да? По ту гору? По туда. Так. И спуститься. Вот оттуда. Ага. И вот по этой дороге спуститься. Да. А, ну давай так, и заодно тут, может, подымемся, где найдем. Заодно тут поднимемся, подходим, да? Да. Да, проще будет, чем мы тут будем лыкаться.
Куда ты поехал-то нам туда? Зачем? По дороге мы хотели спуститься. Мы же хотели вот вниз вот так посмотреть. Вот же это вот противоположное. Или вот по этой вот, а ты куда-то по дороге вот туда налево упиздючишь. Сейчас погоди, я тут геотрекер. Хоть трек включу записывать. Ты не ломись-то сильно, куда ты успеешь, блядь. Бля, что не грузится карта. Тут-то вообще весело это будет. Такие приличные подъемы, спуски. Веселые. Довольно-таки. Дальше. Пойдем дальше. Там, блядь, падок на хуя. Да я смотрю. Вот она, вышка как раз. Мы напротив нее. А на том склоне не видно дороги, да, никакой? Натуре палок этих под снегом. Тормоза не держит. Ни хера. Может, тут пониже? Красота, конечно. Только тут опасность. Можно, блядь, отсюда нахуй. Из этого ущелья. Еще потом хуй вылезти. Особенно зимой. Горка крутовата. Траверсы лучшие. Чуть-чуть траверсить. Потому что вниз набирает скорость на тормоза даже. Ну вот за какой-то террасы спустились. Где там Петя? Что-то я его не вижу, куда он делся. Похуй тут. Так будем спускаться. Тут даже дорога какая-то есть. Вон он. Исполняет потихоньку. Но спуск-то крутой. Вообще, палки, бревна, снег, трава. На его-то круглых саморезах тоже еще тот кайф. Ха-ха.
Чё, хороший спуск? Вообще нахуй. Адреналиновый, бля. Чё, продолжаем наши изыскания? Продолжаем наши, да. Первопроходческие движения. Залезли. Как там? В лютые ебеня. Давно мы не были в лютых ебенях, да? Ну тут не лютые ебеня, но с условием того, что тут снег. С условием того, что снег, это, блядь, приравнивается к лютым ебеням, да? Да. С условием того, что тут снег, палки, камни, и мы еще не знаем, куда ехать. Да, я считаю, что можно полностью, полноценно назвать лютые ебеня. Хамардабан начинается. А, Хамардабан. Ну поехали Хамардабан смотреть. Ты вот по этому рву и хочешь? Как бы по рву, ну наверх. Или можно хотя бы что-то, знаешь, что? Проще не смог сделать сразу. Вот тут вот прямо. Ну, тут мало быстрее. Вот ты так точно, походу, так вот, ну. Ты как бы обойди эту гору, тут вот обойди. Да. Налево. И там должно быть что-то еще. Ну, посмотрим, что там будет твоих. Ну. Все, кто первый? Ну, давай. Сюда? Да. Ну, может, дерево вверх, а тут его. Можно вот так? Да. И вот так? Прямо, да. Ну. Давай я тебя хоть поснимаю, а то я один. Там срезал, а там галимая глина замерзшая. Да там я съехал, я еду, так я охуеваю над собой. Да, бля, вправо, там по таким еще хуйням, бля. Еще прыжочек маленький сделал. Все, да иди. Считаю, ну что, мы вернулись, как сюда, да, получается? Надо подняться. Отвинемся, да, короче. И у меня теперь на жизни, знаешь, как бегать.
На перекресток. На ракет на горе. Темные постоянно складываются. А, ну можно. Наверху. До него добежим, короче, да? Там прикинем, либо вниз бегаем туда. Она тоже такая прикольная. Ну-ну. Кстати, мы же как воду осыпало. Либо мы бегаем туда, в сторону вот, домов. А. Ну, давай. У меня, видишь же, шипы-то не полностью. Но. Только. Я чувствую, у меня зацеп просто, блядь, вообще как. Хороший подъем, да. Хороший подъем, да. По снежку-то. Лес. Тут даже на машинах уже 100 лет никто не ездит. Пульсаторы не сильно помогают. Пиздец черный. Пиздец, еще одной камере. Уже можно тошнить тяжелее, блядь, чем валить. Mm-hmm.
что-то там, надо возвращаться за ним. Ехать к нему. Валежнику. Вот на эту лесополосу выйти и подымусь. Крутовато тут, А ты где ее собрал? А вот там. Просто я вот смотрю, вот еще проволока. Не она? Я просто там это... просто еду. Не. Она везде в круговую напослана. Да. Но надо, короче, аккуратно, да? Вообще прям уезжай. Метров 5. Вот здесь, смотри, между деревьями, да? Ага. Будет даже бревно. Они намотаны прям они. А бревно, может левее? Бревно, бревнышко будет левее, оно так будет. Не, вот левее этой кучи взять, если. А левее куча? Она на, везде набросана. Колючка? По-моему, всегда будет точнее хули. Ну я ладно, я... Я уже собрал хули. Ну ладно. Но... Сейчас туда едешь там, недалеко там встанешь. Ну, а то я смотрю, тут проволока, смотрю, твой мотик стоит. Думаю, блядь, сейчас куда-нибудь тоже залуплюсь. Лучше бы мы снова сейчас не лукаться. Она в круговую везде разбросила. А. Хера тут целое поле колючей проволоки. Я и говорю, целое поле, ну, вот, колючей проволоки. А буковый объект, она так валяется. А подожди, может быть вот здесь? Ну я вот и смотрю, может левее.
Как по минному полю, блядь. Что-то типа этого. Вон она еще. Вот этой колючки. Второй день уже с приключения с проволокой. Ну? Че, кусает хоть? Кусает, ага. Хуя, на удачу. Гнуть можете? Погни, насунай. Колесо-то хоть не захуярил? Ты приподними его, а? Я маленько сюда туда сделаю. Смотри, я сейчас так вытащу тебя. Приди, не светись. Ой, блин. Я сразу бутил, вот так вот брат, перед нахуй без пассатиж. Это я... Это пиздец нахуй. Я потому что один виток так промотал, прихуел. Надо было на бок положить и крутить, на боку лучше. Подожди. О, убирай. Мы снег кули, он помогает. Доколоть тебе весу. Пускай. Пока вроде бы нихуя держит. Хуя, блядь, вот туда ее, к деревьям. Да ее вот тут немерено, блядь. Я вот проехал, вроде там нету, где я проехал. Сейчас он сколько теперь этого проехал уже? Не, я имею в виду вот тут. Вот там тоже вот. Что такое? Еще? Вчера мне на проволоку не везло, сегодня тебе.
и опять исполняет. Вот это трюк. Жесткий. Это что за жесткий? Сейчас. Жесткий трюк. Это было эпично. Самому понравилось. Нихуя себе! Это было заебись! Я думал, ее тут нету. Четкий полет через руль. Надо сфотать. Я его выдернул. Я его. У меня же лесопед. Большое преимущество, да? Да. Если что, можно вытащить в одного хуя. Нихуя, я прям четко угадал. Блять. Я прям через руль. Хуяк туда. Эпически. Хорошо, скоро. Короче, нас категорию не отпускают, хули, без этого. Да. Под конец. У нас резервность. Без подарков они нас не отпускают, хули. Да, под конец надо исполнить. Что не дашь на меня, хули? Всеми силами проволоками дернут, блядь. Ямы! Ямами и проволоками дернут, да. Нахуй. Ну нихуя не могут, хули. Ну давай, нам еще дохуя, хули. Да тут хуйня осталось. Ну хотя, судя по тому, как мы исполняем.
Ну что, товарищ, как вам наша покатуха? Я вообще, короче, обалдел сегодня покушать. Шикарная покатушка, особенно первый подъемчик, который мы поднимались, да? Едешь и не веришь себе, что ты едешь, короче говоря, в эту гору, блядь. И едешь, и хуй его знает, что там внутри, блядь, под зегом под этим, блядь. Зацеп, короче, такой был, блядь, что я хуй знаю, короче, блядь, это с чем сравнить, блядь. С асфальтом, наверное, где-то можно. Ну, это бы ты на этих, на своих. И то у тебя половина проебалась. Повылетала, да? Да. Ну, не это самое. Фигли там по камням. Но. Второй подъем поднимались. Тот еще больше же, правильно, по размеру. Сейчас деревьев больше там тоже. Тоже там еду. Я вообще не надеялся, что я поднимусь ни в первый, ни во второй, блядь. Хуяришь, блядь. Он едет. Ну, а здесь это что, надо ехать, хули? Все, хули. То есть, если мне это проволока, да, ебучая. Проволока, конечно, сегодня подзаебала. Ну, короче, второй раз поднимались, первый подъем, который, да? Ну, таким же успехом, хули. Вообще уже по барабану. Вообще, ну, вот сам, вообще просто классно сегодня катанулись, блядь. Я вообще просто... Ну, и по сугробу. В очередной раз, короче, это... Я сам по себе пессимист, хули. И вот постоянно у меня это, как бы... Ну, нет такого, что я вот пациентам верю, чтобы быть кайфовой прокатушкой там, там сидит. И когда я кайфую, блядь. В очередной раз кайфую, хули. Я, может, от этого и кайфую, потому что я не ожидал. Превзошло твои ожидания. Это мои ожидания превзойдены, короче говоря. И я кайфую от этого, хули. Я хули получаю от удовольствия, хули. Ну, хорошо. Конкретная хули. Коронную фразу. YouTube, привет. Да. Присоединяйтесь к нам. Будем рады. Да. Новым от... Покажем вам все, что мы видели, хули. Да. Все, что мы увидели, все мы вам покажем. Все, что мы умеем исполнить, да. Да, все, что мы умеем. Кстати, там-то ничего там не получилось, да? Да. Второй раз я поднимался, он меня вокруг оси, блядь. Нормально. Ну, короче, ставим лайки, подписываемся на канал. И до свидания, до скорых встреч, товарищи.